Задвигаем мышцы широчайшие, мышцы спины. Работающие мышцы. Широчайшие мышцы спины, большие круглые мышцы, трапециевидная мышца, ромбовидная мышца в конечной фазе присоединения лопаток, задние дельтовидные мышцы, а также сгибатели рук, бицепсы рук, плечевые мышцы, плечо-лучевые мышцы. Особенностью обратного охвата является то, что в работе включаются также большие ромбовидные мышцы, верхние плечевые трапециевидные мышцы, а также бицепсы рук. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч. Корпус наклонен под углом 45 градусов. Голова и корпус составляют прямую линию. Поясница прогибана, колени согнуты в коленных суставах, ноги согнуты в коленных суставах и зафиксированы. Крепко держим в опущенных руках, хватом снизу на ширине плеч. Движение осуществляется вверх-вниз, вдох осуществляем при опускании веса, выдох на усилие при подъеме штанги. Техника исполнения. Стоя в исходном положении, притяните к низу живота. При этом руки должны двигаться вдоль тела, а локти вы не должны разводить. Не запрокидывайте шею назад. Взгляд должен быть устремлен вниз и вперед. Голова и туловище должны быть неподвижными. Колени зафиксированы. В верхней фазе максимально сводите лопатки. Опускание веса подконтрольное. Движение в среднем темпе.